В связи с рисками осложнения оперативной обстановки на территории города Минска, а также в целях участия наших работников в акции «За безопасность вместе», сегодня мы проводим пожарно-профилактическую работу на территории всего города Минска. Акцент мы ставим на два района, это Советский и Московский. В Московском районе работают, кроме работников районного отдела, еще и представители Главного управления надзора и профилактики, научно-исследовательский институт, университет гражданской защиты и другие структурные подразделения нашего министерства. В Советском районе оказывает помощь аппарат Минского городского управления МЧС. Основная задача, которая стоит перед работниками, которые сегодня работают в жилье, это, конечно же, оказать содействие нашим гражданам. Ни в коем случае не наказать, а показать, как необходимо действовать в той или иной ситуации, связанной с пожаром или другой чрезвычайной ситуацией. Напомнить о тех действиях, которые необходимо сделать человеку, когда он оказался в беде. Основная задача, которая стоит перед работниками, это, конечно, проверить безопасность в жилье, безопасность квартиры, в том числе и работоспособность автономного пожарного извещателя. Основной причиной пожаров, которые происходят в жилье, это, конечно же, неосторожное обращение с огнем. А неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии, курение в постели – это основной фактор гибели человека на пожаре. Я считаю, что вот посещение работниками МЧС, жильцов не только нашего дома, наверное, это по Минску, по району, я считаю, что это своевременно и это необходимо. Ну, во-первых, нам грамотно все рассказали о извещателях. То, что, наверное, в нашем возрасте уже надо бы и поставить их в квартиру. У меня мысли были другие. Не совсем представляла, что это, но вот вывод сделали, что нам надо, потому что рассказали все грамотно, все понятно, все доступно. Работа проводится не только в рамках акции, она проводится ежедневно работниками органов подразделения по чрезвычайным ситуациям. Мы всегда готовы оказать консультативную помощь, выйти на адрес, подсказать человеку, на что надо обратить особое внимание в его безопасности.